Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Вы можете пережить критический момент, связанный с творческой самореализацией. Игра, в которую вы вступили, не будет легкой, и вы рискуете заплатить за победу сильным внутренним напряжением. Телец. Окружающие вас люди будут отличаться повышенной раздражительностью, могут быть слишком упрямыми, неуступчивыми. Вы можете столкнуться с чужой ревностью или агрессией. Близнецы. В такое время ничто не дается даром. Энергичные и настойчивые действия будут предпочтительнее рассуждений и размышлений. Кроме того, даже в рутинную работу вам предстоит вкладывать душу. Рак. Чувства в это время необычайно сильны. Интенсивность переживаний может привести к поиску подходящего собеседника, к настойчивому желанию поделиться преисполняющими вас эмоциями. Лев. В связи с домашними событиями не исключены чрезмерно сильные эмоции. Вы можете переживать за своих близких. Споры и разногласия в это время трудно прекратить сразу. Дева. В это время труднее изменить однажды взятое направление. Вы можете быть менее оперативны и подвижны, чем обычно. Медленнее думать, не так эффективно управлять своими эмоциями. Весы. Возрастает привязанность к личной собственности, к имуществу, накопленному вами или доставшемуся в подарок или по наследству. Вы можете относиться особенно ревниво к этому. Скорпион. Это не тот день, когда вы в состоянии вести себя дипломатично, мирно и уравновешенно. Вы вряд ли согласитесь уступить сопернику свое место под солнцем. Стрелец. Большие достижения будут возможны, но ценой высокого внутреннего напряжения. В отличие от внешней физической активности, оно может даваться вам с некоторым трудом. Козерог. В течение дня не исключены ссоры с друзьями, партнерами и близкими. Окружающие вас люди могут отличаться повышенной раздражительностью и воинственностью. Водолей. Творческое вдохновение в эти сутки легко может перейти в фанатизм и экстремизм. Крестовые походы за правду не доведут вас до хорошего. Рыбы. Ваши чувства в эти сутки могут стать катализатором весьма напряженных процессов. Сильные переживания способны подтолкнуть вас к трудовым или творческим свершениям.